Есть писатели, имя которых знакомо тысячам, а может и миллионам людей. Их книги не залеживаются на полках, их любят и перечитывают. Среди тех, кто увлекается зоологией, нет ни одного, кто мог бы пройти мимо книг Игоря Ивановича Акимушкина. Игорь Акимушкин родился 1 марта в Москве. Его отец, Иван Федорович Акимушкин, был инженером, участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина, затем воевал в Корее. Мама по образованию экономист, но работала по профессии недолго, в основном занималась только домом и семьей. Несколько лет дети с весны до осени жили в деревне у бабушки. Там Игорь Акимушкин с неослабевающим интересом наблюдал за бабочками, стрекозами, жуками, птицами и придумывал им собственные названия. Дружил с местными собаками. Любовь к собакам трансформировалась в увлечение охотой, а затем в участие в выставках собак в качестве судьи. В 1937 году Игорь пошел в первый класс. Через несколько лет начал посещать кружок юных биологов при московском зоопарке. Он окончил школу с отличием, поступил на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета, а после окончания его работал в Институте океана Академии наук СССР. Предметом научного интереса Игоря Акимушкина были головоногие моллюски, обитающие в Тихом океане. Он защитил диссертацию и получил ученое звание кандидата биологических наук. Однако настоящей славы и признания Игорь Акимушкин достиг в своей работе в области популяризации биологии. Его книги о животном мире привлекали читателей своей доступностью и интересным подходом к рассказу о природе. Благодаря яркому и запоминающемуся стилю письма Акимушкин смог уклонить людей и привнести в их жизнь любовь и понимание к биологическому миру. В 1961 году были изданы его первые книги «Следы невиданных зверей» и «Тропою легенд», рассказы о единорогах и василисках, которые рассказывали о том, как легенды и слухи сказочных и невероятных животных оборачивались реальными открытиями новых биологических видов. Начиная с 1960-х годов, Игорь Акимушкин регулярно издает свои книги. В свет выходят такие книги, как «Занимательная биология», «Куда и как», которые рассказывают об ориентации животных в пространстве, «Трагедии диких животных», о вопросах истребления и вымерших видах, «Первопоселенцы суши», которые рассказывают о пауках, «Невиденные нити природы», «Книга об экологии» и другие. Наиболее известной публикацией автора является шеститомная серия «Мир животных». Книги серии отличались обилием фотографий и необычным на то время дизайном. Страницы были обрамлены широкими белыми полями, украшенными рисунками. Основной текст был отпечатан крупным шрифтом, а дополнительные сведения – шрифтом меньшего регистра. В 1981 году в составе серии вышел еще один, ставший шестым по счету том, в котором Игорь Акимушкин объединил сведения о различных домашних животных. Каждая книга Игоря Акимушкина была результатом тщательных исследований и глубокого понимания животного мира. Он умело передавал свои знания и эмоции, вызывая у читателей удивление и восхищение перед красотой и разнообразием живой природы. Его произведения стали не только научно ценными, но и вдохновили многих людей стать биологами и заботиться о природе. Одновременно с написанием книг Игорь Иванович Акимушкин работал над научно-популярными фильмами. По его сценариям были сняты документальные ленты «К осьминогу в гости», «Кто как прячется», «Зачем бабе Русе клыки», а в качестве одного из сценаристов Акимушкин участвовал в полнометражном художественном фильме «По следу властелина», где главный герой фильма пытается остановить браконьерскую охоту на амурских тигров. Заслуги Игоря Акимушкина, выдающегося популяризатора биологии, были признаны как научным, так и литературным сообществом. В
1971 году Акимушкин стал лауреатом премии Всесоюзного общества знания, а в 1979 году был принят в Союз писателей СССР. За годы работы Игорь Акимушкин написал около 100 научно-популярных и научно-художественных книг о животных для детей, подростков и взрослых. Его книги расширяют кругозор читателя и помогают почувствовать себя частью живой природы. Они переводились на иностранные языки – английский, немецкий и польский, а в нашей стране они издаются по сей день. Главное в книгах Игоря Акимушкина – удивительное чувство, с которым автор говорит о животных, любовь, понимание, уважение к ним, к их жизни и повадкам. Читайте книги Игоря Акимушкина. Берегите и любите природу.